Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики, дорогие нумизматы, любители, коллекционеры. Вот сегодня у нас последняя часть из серии «Что мне попало при разборе 300 монет из пакета вот иностранных монет». Все монетки, повторяю, выставлены на продажу в группе в Фейсбуке, ссылочка в описании. Вот. Сейчас мы рассмотрим, что же у нас здесь попалось. Это последняя, как говорится, наша часть из этих. Вот, здесь у нас 10 песо 2013 года. Чили. Монетка в таком неплохом состоянии. Вот, имеется такой блеск штемпельный. Вот, гурт ребристый. Вот, никель, латунь. Стоимость данной монеты по каталогу выше 11 гривен. Следующая наша монетка, это у нас Италия, 50 лир, 1956 год. Вот. Сталь, нержавеющая сталь материал. Монетка тоже довольно такая недешевая, 11 гривен. Вот. Следующая наша монетка, Италия, 50 лир, 1977 год. По сравнению со своими, говорится, братьями других годов, монетка более дешевле, почти 4 гривни по каталогу. Вот следующее, что же нам попалось по Италии. У нас попалось 100 лир 1978 год. Вот. Тоже довольно такая симпатичная монетка. Нержавеющая сталь. Каталожная цена почти 3 гривни. 10. Так, 100 лир. Так, 78 года, если не ошибаюсь. Да, 78 года. Та же самая каталожная цена. Зацикливаться не будем. Так, 100 лир, 1979 год. Каталожная цена та же самая, почти 3 гривни. Ничем они таким торпечательным. Вот, следующая наша монетка. Италия, 10 лир, 1967 год. Довольно-таки такой старый год. Но монетка сама по себе недорогая. Каталожная цена почти 4 гривни. Вот материал алюминий. Следующая наша монетка, это Греция. 1 драхма, 1976 год. Вот, гурт ребристый. Вот Греция, 76 год. Каталожная цена почти 4 гривни. 5 драхм. Греция, 1980 год. 90 год. 90-й год у нас здесь. Такая вот 5 драхм. Каталожная цена 5 гривен. Материал медно-никелевый сплав. Следующая наша монетка. Это у нас 80-го уже года монетка. 5 драхм. Греция. Каталожная цена чуть выше. Ну, не чуть выше, а почти 4 гривня. Вот. С Греции у нас попалось 10 драхм. 76 год. Тоже такая довольно симпатичная монетка. Вот. Каталожная цена данной монетки у нас почти 9 гривен. Такая вот у нас красивое изображение. Довольно такая симпатичная монетка. 10 драхм 78 года. Так же само. Все то же самое, только года разные. Каталожная цена 6 гривен. 10 драхм 86 года. Вот каталожная цена 5 гривен. И 10 драхм 98 года. Каталожная цена почти 15 гривен. Одна из самых дорогих монет из этой серии Греции. Так, и у нас 20 драхм. Тоже такая довольно симпатичная монетка. 84-й год. Уже там такие монетки не ходят. Там уже ходят евроценты. Вот. И такая вот на гурте надпись. Такая вот симпатичная монетка. Интересненькая каталожная цена такая. Ну и одна из таких красивых монет, которые мне нравятся по Греции.
Это у нас 50 драхм, 1990 год. Хоть монетка такая красивая, изображением такой вот корабля, ладьи. Вот. Такая вот монетка. Материал у нас алюминий, бронза. Цена почти 7 гривен. Так, ну и здесь у нас, как говорится, попались вот такие вот. Сейчас отвинем немножко. Такие у нас последок такие убитенькие монетки отложили. Уже у меня были на обзоре такие вот убитые 1 сен. Япония. Такие вот они убитые. Вот. И, ну, я так понимаю, это вот по плака это Англия. Вот монетка тоже довольно-таки убита. Видно, что женщина со щитом. Вот. И вот такая тоже что-то проглядывается. Тоже будет выставлено в группе на эксперименты. Может, кому-то будет интересно. Или для какого-то декора. Вот будет выставлено в группе. Вся эта кучка от 1 гривни. Может, кому будет интересно, можете поторговаться. Вот. На этом наша, как говорится, серия из, что мне попалось из 300 монет, при разборе 300 монет, заканчивается. Следующая у нас серия будет, что интересного при переборе монет СССР. Какие годы попали, года попали, какие не попали, что интересного, что неинтересного. Вот, так что подписываемся на канал. Ожидаем других видео про монеточек. Будет очень много интересного, я так надеюсь. Вместе с вами будем расширять канал. Приглашайте друзей. Вот. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на моем YouTube-канале. Ссылочка на аукционы и на продажи этих монет в описании. Группа Facebook. Отправляй новой почтой, Укрпочтой. Всего лишь плюсик от вас, и монетка автоматически становится ваша. Вот. Лоты комбинируются, так что выбирайте, заказывайте. Очень много уже в группе выставлено монет. Листайте там вниз. Вот. Все монетки есть в наличии. Всем пока, до новых встреч на моем YouTube-канале.